Raptor XE. Представляем вам новинку 2021 года от турецкой компании Hanta Nature Caravan. Раскладываемый кемпер Raptor XE. Внутри компактного с виду трейлера есть все необходимое для комфортного проживания. Отдельная спальная комната, обеденная зона, кухня, изолированная ванная комната. А выдвижной отсек в задней части автодома при необходимости создает дополнительное пространство. Таким образом, Raptor XE заключает в себе вместительность полноценного семейного кемпера и преимущество компактного прицепа. На этапе разработки европейский производитель опирался на технологии конструирования компаний США и Австралии, признанных авторов самых прочных и надежных кемперов. Поэтому Raptor XE получил стальное шасси, независимую подвеску и многослойный алюминиевый кузов. Цена около 44 тысяч долларов. Fire Tower. Благодаря продукту от бельгийской компании Arno, развести огонь вдали от цивилизации больше не будет проблемой. Fire Tower – это складная горелка, изготовленная из нержавеющей стали. Компактный размер и небольшой вес, всего 750 грамм, позволяет удобно переносить ее в рюкзаке. В форме башни девайс выполнен не случайно. Это помогает быстрее разжигать пламя за счет формирования естественных потоков воздуха. Кроме того, внутри образуется воздушный карман, который повышает температуру пламени и уменьшает количество дыма. Fire Tower идеален для готовки и обогрева, а стоит 89 долларов. Basecamp. Американская компания Howa Build разработала способ расширить багажное отделение внедорожника настолько, что он становится пригоден для комфортной жизни на природе. Basecamp устанавливается на крышу автомобиля, заменяет ее собой и работает как подъемник. В разобранном состоянии внутреннее пространство делится на функциональные зоны. Нижняя пригодна для хранения вещей, верхняя, добавленная, берет на себя роль спального места. В собранном состоянии высота Basecamp составляет всего 20 сантиметров, то есть лишние габариты она автомобилю практически не добавляет. Оборудовать машину таким образом обойдется в 14 тысяч долларов. The Bundle. Перед вами первый в мире умный спальный мешок, который работает в паре с мобильным приложением и способен самостоятельно регулировать температуру внутри. The Bundle имеет собственную батарею, которую нужно зарядить перед поездкой. Полного заряда аккумулятора достаточно, чтобы обеспечить бесперебойную работу нагревателя в течение 4 ночей. А встроенная солнечная батарея позволяет ему работать даже дольше. Пока человек спит, специальные сенсоры отслеживают температуру внутри мешка и регулируют работу нагревательных элементов таким образом, чтобы поддерживать указанную пользователем в мобильном приложении температуру. Еще одно преимущество – наличие 3 нагревательных элементов вместо одного. Температура каждого из них выставляется индивидуально. Цена – от 300 долларов. Rapid Rope. И хотя веревка является крайне полезным в походе предметом, носить ее с собой бывает не всегда удобно. Данную проблему легко решила компания Rapid Rope. Одноименный продукт представляет собой диспенсер, внутри которого находится 36,5 метров веревки. В таком формате она занимает минимум места, но при этом не запутывается, а встроенное в крышку лезвие позволяет легко и быстро отрезать кусок веревки нужной длины. Кроме того, испытания показали, что продукт компании Rapid Rope способен выдержать до 500 кг весовой нагрузки. Покупка обойдется в 25 долларов. Jetboil Genesis. Уместить двухкомфорочную плиту в гаджет, размер которого не превышает 25 сантиметров, удалось специалистам американской компании Jetboil. Походная плита Genesis имеет компактный портативный дизайн, а потому чрезвычайно удобна для транспортировки. Вес крохи составляет всего 2,8 килограмм. Работает плита от стандартных походных баллончиков с пропаном. А еще производитель предлагает набор из кастрюли и сковороды. По своим размерам они идеально подходят для данной варочной поверхности, а когда не нужны, выполняют роль чехла, защищающего гаджет от ударов. Цена от 260 долларов. Немо Хелиополис.
Приватность – то, чего вдали от цивилизации в разгар похода критически не хватает. Восполнить этот недостаток может Хелиаполис от американской компании Nemo Equipment. Это портативная походная душевая кабина, которая умещается в небольшую сумку. Длина ее при этом не превышает 69 сантиметров, а вес всего 4,3 килограмм. Собрать конструкцию может один человек без применения каких-либо специальных инструментов. Все необходимое для установки надежной приватной кабины включено в комплект. Цена – $250. Quiet Light Quick Cabin. Американская компания Quiet Light разработала систему, которая позволяет получить за считанные часы настоящий дом вдали от дома. Небольшая одноэтажная постройка собирается из легковесных модульных панелей. Соединяются они между собой при помощи стандартной отвертки или шуруповерта. Размер готовой кабины 3 на 3 метра, а благодаря конусообразной форме крыши высоты потолка хватит, чтобы внутри можно было выпрямиться в полный рост – 2,2 метра. В комплект входит функциональная распашная дверь, а также несколько модулей с окнами для естественного освещения. Внутри панели заполнены специальной пеной, что обеспечивает им прочность и хорошую изоляцию. Цена начинается от $7,500. Escape M4. Оригинальной эту палатку делает множество деталей, которым уделил внимание разработчик. В первую очередь это гибкая регулируемая форма. Escape M4 можно превратить в полностью закрытое изолированное пространство или, напротив, в небольшой навес с доступом для солнца и воздуха. Прозрачные вставки в крыше пропускают естественный свет и позволяют любоваться звездным небом, не выбираясь из тепла. Встроенный пол, а также навес уберегут палатку от попадания внутрь воды. Наличие большого количества внутренних и внешних кармашков является приятным бонусом. Цена от $300. Go Sun Chillest. Портативный походный холодильник, которому не нужен для работы лед, реальность, получить которую можно за $900. Chillest от американской компании GoSun работает на аккумуляторе от электричества или от солнечной батареи, которую можно приобрести отдельно за $200. Корпус имеет продуманный дизайн и набор деталей для удобства, таких как телескопическая рукоять, открывалка для бутылок, крючки для подвешивания мешков, а также плоская крыша, которая может служить доской для резки. Температура внутри регулируется от минус 20 до плюс 20 градусов Цельсия. Terra. Больше не переживать об электричестве в дороге поможет следующий гаджет из нашего списка. Это походная мини-электростанция Terra, разработанная китайской компанией 70 MAI Technology. После короткой подзарядки длительностью 2 часа она способна выдавать до 1000 кВт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить 3 часа работы блендера, 14 часов мини-холодильника или 21 час электрического вентилятора. Также Terra позволит лампочке светиться в течение 64 часов или приготовить в кофеварке от 30 до 45 чашек кофе. При этом гаджет обладает компактным размером и способен работать на солнечных батареях, которые дополнительно продлевают работу. Цена от $922. Hydropa Expedition 8L. Альтернативу традиционным, не слишком удобным в походах бутылкам предложила американская компания Hydropa. Expedition 8L – это емкость для транспортировки воды. Как несложно догадаться по названию, ее объем составляет 8 литров. Рукоять обеспечивает удобство переноски, а две внутренние перегородки – устойчивость. Сама по себе емкость относительно небольшая, легковесная, изготовлена из мягкого, но прочного и долговечного материала. Широкое горлышко позволяет быстрее набирать или сливать воду. В крышке сделано отверстие, чтобы можно было подключить раздаточный кран. Цена – $60. Septum.
Напоследок расскажем о девайсе, который выведет готовку на природе на совершенно новый уровень. Septem от британской компании Septem Studio представляет собой портативную складную решетку для гриля из титана. Этот материал естественным образом предотвращает рост микробов на поверхности. Septem позволит более удобно запекать, жарить и даже варить продукты на костре. Производитель предлагает две модели – на одного или на четырех человек, весом 200 или 415 грамм. А цена, соответственно, 36,52 доллара. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!